Всем большой привет! Накопила я немножко пустых банок и хочу их выкинуть, поделившись с вами своим мнением о этих продуктах. Долго ждала, когда у меня кот закончит свою вечернюю трапезу, но, видимо, пока у него не кончится корм, он так и будет хрустеть. Я решила не ждать этого события, поэтому, если будет слышен какой-то хруст, это у нас трапезничает Степан. Давайте бытовую химию. Научилась я ее собирать, много для стирки. Очень мне понравился вот этот гель для стирки. Он для черного белья, 1,5 литра. Вы знаете, неплохо отстирывая черное белье. Брала я его в фикс-прайсе за 99 рублей. И при случае наверняка повторю, потому что неплохое средство оказалось. Единственное, что черное у нас не рабочее, а домашняя одежда черная. Ну, может быть, спортивные там брюки ребенка школьные. То есть я бы не сказала, что они сильно грязные, но тем не менее, благодаря этому средству ничего не линяет. То есть цвет остается нормальный, никуда не девается. Так как бутылка большая, давайте ее вот здесь вот где-нибудь между цветочком и корзинкой поставлю, а то она места много занимает. Порошок стиральный, он, конечно, еще не закончился, но я пересыпаю. Мне очень удобно хранить вот в таких вот емкостях. Очень мне нравится у Дом Фаберлик вот эти порошки стиральные. Теперь у них раньше было без аромата практически, а теперь есть два аромата. Альпийские луга и, по-моему, морозная свежесть. Оба понравились. Когда я стираю не черное, а цветное либо светлое белье, я всегда добавляю от Фаберлик пятновыводитель. В паре они работают хорошо. Некоторые девочки пишут, что есть лучшее средство, я согласна. Но вот как бы под рукой при заказе у меня обычно вот на данный момент Фаберлик устраивает. Мне легче приобрести его. Поэтому пока он у меня есть. Must have. Очень люблю вот этот бреф-гель с гранулами свежести, зеленое яблоко. Есть еще у них синий аромат, типа морское что-то, морозное, по-моему, морской. Но мне вот этот нравится больше. Хотя я не 100 раз говорила, я не люблю, когда в туалете пахнет продуктами питания. Но, тем не менее, свежесть дает отличную. Ароматы все нейтрализуют, которые надо нейтрализовать. Ну вот тут, видите, очень смешная цифра. 14 недель, она очень потешная, потому что очень трудно понять, как они ее высчитали. Среднестатистические, наверное, какие-то данные определили. Но в любом случае, этот гель достаточно экономный, если вот без шуток. И у нас семья 4 человека, практически целыми днями мы все находимся дома. Ну, уходим, конечно, по делам, но тем не менее туалетной комнатой пользуемся достаточно часто. И он работает долго, хватает его действительно надолго. Хорошее средство, покупаю вновь и вновь, ловлю его по скидкам в Магнит Косметик. Бывает, что два геля, например, за 220 рублей, а у него одного цена тоже больше 200. То есть я за 200 не куплю один, но если поймать цену, то я рекомендую, очень удобный. Я не сказала, вот эта вот сама, как она называется, емкость, она крепится к бутылке и очень удобно, сразу всегда свежая вот это вот. Заканчивается средство, вы выкидываете эту емкость и от новой бутылочки новую вешаете, то есть не скапливаются бактерии, емкость заменяется каждый раз. В ней есть отверстие, здесь очень удобно, видите, носик помпа, и заливать в нее очень удобно, то есть вы ее оттуда не вынимаете, вот здесь вот есть отверстие, вы просто втыкаете вот эту вот помпу, пока та висит на унитазе, и доливаете, очень удобно. Еще одно средство, это ультракондиционер для белья от Фаберлик, вот в них я немножко разочаровалась, работают они, конечно, хорошо. Он такой, знаете, как концентрированный. И если он 2-3 месяца постоит, и если вдруг в доме тепло, он густеет и становится, знаете, как сыворотка, как вот прокисшая сметана, внешний вид. Его нужно разбавлять водой, взбалтывать, и он работает, конечно, дальше. Аромат из бутылки неприятный, но от белья ничем не пахнет. То есть вот этот концентрированный аромат, он неприятен, но вот в
бельета нормальный аромат в итоге. Будьте готовы, что он вот как-то густеет. Почему это происходит с достаточно свежим продуктом, я не знаю, но очень многие писали, что у них то же самое происходило. Девочки посоветовали добавить воды и взболтать. Я так делала, он опять загустел, еще добавлял. Но, конечно, он благодаря этому очень экономичный. Я им пользовалась достаточно долго из-за этого. Полюбила, тоже стало для меня must-have. Как заканчиваются, беру вновь и вновь разные ароматы. Это водный освежитель воздуха. Он не удушает, он в нос не забивается, горле не першит. Быстро выветривается, но на время посещения ванной, туалетной комнаты он работает отлично. Аромат неприятные запахи нейтрализует, работает замечательно. Как правило, я покупаю, чтобы у меня 2, 3, а то и 4 спрея разного аромата стояли уже в районе туалетной комнаты. И чтобы, как бы, знаете, на любой вкус были. Нравится. Прямо полностью отошли мы от всех вот спреев, пульверизаторов, теперь вот на этих водных. В последнем ролике меня спрашивали, чем я потонировала голову. Я не тонировала. Мы сейчас с вами переходим уже к уходу. Я покрасила. У меня наконец-то перестали сыпаться волосы. И я вернулась к своей краске от L'Oréal Casting Creme Gloss. Это краска уход. Сейчас она немножко обновленная. Раньше вот не входил кокосик сюда. Теперь масло, по-моему, кокоса входит. Оттенок 515, морозный шоколад. Я и раньше тонировала, красила волосы. Вот вернулась к этому же оттенку. Степан, не надо здороваться так часто. Ты уже поздоровался. Достаточно. Отличная краска, нравится, пользуюсь часто. Единственное, что нужно по инструкции не передерживать. И у этой краски в бальзаме вот для волос как раз это масло кокоса. Отличное. Бальзамом я люблю пользоваться, и его хватает потом на 3-4 раза. После покраски вы им еще пользуетесь после шампуня. Цвет хороший. В последнем влоге я как раз уже с этой краской на волосах, можно посмотреть оттенок. Шампуней у меня не так много и закончилось. Закончилась вот эта пара. Это маленькая такая парочка. Dry-dry, если я правильно называю. Шампунь и бальзам. Приезжали ко мне эта пара в коробочке красоты. Шампунь и бальзам, они работают на предотвращение и устранение перхоти. То есть и появление, и предотвращение. Устраняет перхоть и предотвращает появление. Что-то я в словах запуталась. По 100 мл каждый тюбик для женщин и мужчин подходит. Перхоти у меня нет. Но так как это средство приехало в коробочке красоты, я ими воспользовалась. Обе тубы одинаковые. Истратила полностью. Как шампунь и бальзам работают очень хорошо. Как на устранение перхоти и ее предотвращение, я не знаю. Перхоти у меня нет и не было. Поэтому про это не скажу, просто как вот шампуни работают хорошо. Я взяла с собой вот такой вот буклет в коробочке, в которой они приехали. И хочу, ну, вдруг у кого-то все-таки есть проблема с перхотью, я хочу показать, что здесь написано. И вот так. Если интересно, можно оставить на паузе и прочитать. Видно тут и цены. Единственное, я не знаю, какой объем вот у полноразмерных. Если это полноразмерные 100 мл, то достаточно дорогая цена. Далее. Думала, у меня закончится трио от Avon Advanced Techniques, но шампунь и бальзам, который смывается, еще не закончилось. Осталось там по чуть-чуть, но останется на следующий уже, на следующие пустые баночки. Закончилась несмываемая вот эта вот сыворотка бальзам, как он называется. Но я использовала как смываемый бальзам. Мне девочки посоветовали. В нем 100 мл. Вы знаете, я думала, что я его, если смою, то никакой реакции не будет и работать не будет. Супер! Никакой бальзам не нужен. Вот это вот нанесли на волосы, маленькое количество, смыли.
И волосы просто шелковые, гладкие, блестящие. Ну, мне понравились. Но насчет блестящих трудно сказать, если они у вас по природе не блестят. Мои-то блестят, поэтому и блестящие. Но мне очень понравилось действие вот этого вот бальзама. Тут наверняка было написано, из какой он линейки. Потому что именно этот попался мне весь на английском языке. Но кто знает английский, можно так поближе посмотреть, что здесь написано. И вот так. Для чего? Понравился. Прямо с огромным удовольствием дотрачиваю шампунь и бальзам. Причем шампунь у меня 400 миллилитров. Хватило мне ее там месяца на 3, наверное. А бальзам 250 миллилитров. Но он достаточно экономный. Максимушка, выпусти кота, пожалуйста. Кот на улицу просится в подъезд. Вот он так и будет плакать. Гель. Гель ко мне приехал от Леночки Никандровой. Лена, спасибо тебе огромное. Мой любимый апельсин в составе. Гели от Yves Rocher я просто обожаю. Здесь было какао и апельсин. Я думала, какао будет перебивать как-то, либо, может быть, как-то вот с апельсином не очень звучать. Не знаю, почему-то мне казалось, что какао с апельсином не будет красиво гармонировать. Он такой классный. Это такой приятный оказался аромат. Лен, спасибо. Гель замечательный. Вот он тут даже, смотрите, стек. Хотя я вот, когда дотрачиваю, я перевернутым держу тюбик, ну, вот этот вот флакон, чтобы все стекло. Но, тем не менее, видите, что-то тут еще и собралось по стенкам. Отличное средство. Вообще гели от Yves Rocher на высоте. Я их люблю. Хотя всегда после мытья я пользуюсь бальзамами либо кремами для тела, потому что мне сама вода сушит кожу. Следующее средство. Кстати, вот из гелевого мыльного все. Закончился скраб очищающий абрикосовые косточки. У чистой линии все, наверное, уже знают два скраба. Вот этот вот такой конкретный для чувствительной кожи не подходит. А второй малиновый, он уже щадящий, такой прямо легенький. Тот для чувствительной подходит. Именно этот скраб ко мне приезжал от Иринки. Ее ник Мания Яричана. Ириш, спасибо большое. Я очень люблю от чистой линии вот этот скраб с абрикосовыми косточками. Единственное, что я уже много раз говорила, когда его наносишь, сила нажатия очень-очень слабая, и тогда он не травмирует кожу, а очищает перед масками отлично. Где-то раз в неделю я использую такой скраб для лица, не чаще, потому что он такой, ну, жесткий, если так вот одним словом. Видите, тут написано даже внизу «глубокое очищение», это действительно так. И перед хорошими масками, перед очищающими даже масками, когда я хочу вообще лицо конкретно прочистить, сначала этот скраб, потом очищающая какая-нибудь маска, либо маска-пленка, и лицо просто вот становится, как у младенца, блестящее, и потом уже маска либо питательная, либо омолаживающая, ну, уже такие идут, когда вот меня раз в неделю, бывает, пробивает на такое вот очищение. В отношении, раз уж я заговорила про маски, обычно я их оставляю на конец, но вот раз заговорила, давайте покажу. Очень понравилась вот эта маска, я не знаю, можно ли ее купить в России, ко мне она приехала из Америки от Оксаночки Потс. Оксан, спасибо тебе большое. Это маска на глиняной основе, она классная. Она не маска-пленка, то есть наносите вот эту вот чунга-чангу на лицо. Она полностью застывает, высыхает, потом я ее смываю, и лицо прямо очищается. Понравилось очень, Оксан, спасибо. Даже поэкономила. Следующая маска, вот последнюю, которую я использовала, приехала в коробочке красоты, вот такая маска, томатная. И вы знаете, мне понравилось тут в инструкции, ее можно либо в холодильник положить перед применением, либо в теплой горяченькой воде подержать, чтобы, вот знаете, эффект был лучше. У нее есть отбеливающий эффект, я его заметила. И действительно, вот давайте так поближе покажу. Мне понравился эффект, его было видно. Я такие маски не люблю делать на ночь, я люблю делать в течение дня, чтобы эффект был заметен. Не знаю, вам видно или нет, но если что, на паузу прочитаете.
Рекомендую, прямо очень понравился. И я помню, что когда она приехала, рублей 50 вообще она стоила по такой вот брошюрке. И посмотрите, с этой маской приехал вот такой буклет, как их много. Сейчас поближе я покажу вообще линейку. Мне прям хотелось обратить внимание на них. И вот она моя томатная. Что она делает? Понравилась. Вот действительно маска хорошая. Я бы не сказала, что она там сильно томатом пахла. Как-то на аромат я даже внимания не обратила. Ее там было достаточно много. Я все остатки распределила по области шеи, декольте и дала просто высохнуть. Даже когда я делаю такие маски, обязательно и вот руки, сколько хватает средства, и вот на эту территорию рук тоже я наношу. То есть вот чем больше, тем лучше. Очень понравилась также от Skin Light. Вот эта маска подтягивающая с коллагеном и экстрактом зеленого чая. Не первый раз у меня такая маска. Именно это, по-моему, от Оленьки Крюковой приезжала. Оль, спасибо тебе большое. Понравилось. Тоже хорошо работает. Действительно, ну, не знаю уж, как уж сильно она подтягивает, но в любом случае работает она неплохо. То есть лицо какое-то вот свеженькое, приятненькое было. Вот такая маска. И тоже от Оленьки Крюковой приезжали вот такие от Виши маски. Вот эта маска вообще интересная. Здесь две штуки, два саше по 6 мл. Так, я сейчас покажу. Это минеральная успокаивающая маска. У нее такой охлаждающий эффект. Если вы конкретно, например, почистили лицо. Давайте так поближе тоже покажу. Тут написано на 5 минут. Но 5 минут мало кто выдержит. Она прямо так охлаждает, что через 2 минуты готовы замороженное лицо смывать. Но интересно, то есть чувствуется ее эффект, ее действие на лице. И, в принципе, это интересно, понравилось. Очень-очень экономное средство. Это средство двухфазное для снятия макияжа, даже водостойкого, с глаз. От Solution. От Avon. Всем хорошо это средство, только если вы переборщите на ватный диск, попадет в глаза, будет щипать. Поэтому нужно наносить малое количество, макияж смойте, в глаза не попадет, щипать не будет. Поэтому очень экономное. Если у вас быстро заканчивается подобное средство, значит вы его сильно много льете. Если у вас щиплет глаза, значит опять вы сильно много льете. Девочки, прямо у меня, наверное, ну, несколько месяцев оно тратилось и еле-еле-еле допользовала. За месяц я, наверное, вот такое количество этой двухфазки тратила. То есть, вот, представляете, как долго я его использовала. Единственное, надо его взболтать, об этом надо не забывать. Кремы для рук. Ой, я очень счастлива, что у меня заканчивается вот этот крем. Я его перелила в мою клубниченку, все знают. Крем мужской купил себе мой сын себе. Я кто-то спрашивал, почему муж не допользовался, если сын не хочет. Муж не пользуется кремами для рук, ему кожа не нуждается вот в таком уходе. Поэтому маме стало жалко этот крем, и я его дотратила на себя. Сегодня к мужу подошла, говорю, одень мне, пожалуйста, браслетик, этим кремом руки намазала. Он говорит, да, Света, чем от тебя так пахнет? Я говорю, кремом вашим. Он говорит, я чувствую что-то не то. Но на самом деле, мне как крем он не понравился. Конечно, он вроде бы и делает что-то, но вот через час мне хочется снова его наносить. Вот какой-то он, может быть, для мужчин нормальный, но какой-то он непутевый. Вот если так делаешь, и ощущение, что вот даже не разгладил кожу, вот как-то вот... Ну, нет, себе я точно такой. Вот даже если бы он пах цветочками-лютиками, я бы такой себе второй раз не купила. Но он мужским духом пахнет, поэтому муж меня сегодня, видите, не признал. Одел браслет и говорит, больше не пользуйся им. А вот этот крем Аквафрут, он ко мне приехал от Катюшки Минченковой. И приехал он в наборе. То есть там был гель для душа, ну, большой такой набор, крем для тела и вот крем для рук. В коробке был такой набор.
Этот крем легкий. Вот он, знаете, как ручки помыл, крем нанес, начал работать даже с бумагами. Вот легкий-легкий, который прямо ни к чему не обязывает. Если руки проблемные, то не подойдет. Если руки, например, в офисе работаете, от той же бумаги пересыхают, бывает, то это хороший, легкий вариант. Подойдет. Прям быстро закончился, кстати, не у меня, а у мамы. Использовала с удовольствием. Она вообще не любит, чтобы вот жирность какая-то или ощущать крем для рук на руках. Вот ей нужно, чтобы прямо вот легкое и невесомое что-то было. Зубная паста, к моему великому счастью, наконец-то закончилась. Но тут осталось на 2 раза, я ее сейчас не выкину, я ее доиспользую. Уже, знаете, я ее вот так вот загибаю и вот так вот загибаю, чтобы довыдавить остатки. Поэтому я ее в ближайшие дни дотрачу и с удовольствием расстанемся. Она освежающая, сочная малина, сочная вишня, пахнет действительно вишенкой, дает освежение, но... Она не то, что не дает никакого отбеливания, но она и не заявлена. Сейчас попробую вам показать. Но тут ее прям реально уже сложно выдавить. Вот, вот такого она цвета. И чтобы ее выдавить, я уже, видите, продавливаю прямо глубоко. Тут еще, может, на 3 раза. Она даже после чая и кофе, зубы, если чуть-чуть у вас потемнели, она им не вернет вашу естественную, даже не белизну, а ваш естественный цвет. Эта паста хороша только если на ночь, либо, ну не знаю, вот даже после дневного перекуса мне ее не хватает. Освежение дает, на ночь хороша, вот, ну, вот как ночной вариант нормально. Но не больше. Не куплю 2-й раз, потому что, мне кажется, от нее зубы наоборот темнеют. Хотя вроде освежение и очищение-то она дает, но... Согласитесь, белизна зубов, ну, максимальная, по крайней мере, на которую способны ваши зубы, это важное требование, наверное, каждого пользователя зубной пасты. Далее. Так, далеко у меня, видите, еще одно средство для волос. Ой, простите, забежала. Это масло. Я не взяла с собой вот такой вот буклетик, где об этом масле говорится. Оно шикарное. Его надо, тут нам даже драгоценные полкапли, видите, не доистратила. Его надо чуть-чуть было нанести на ручки и нанести по всей длине волос. А у него аромат настолько бесподобный, что потом вот волосами, даже я ложусь спать, и муж говорит, вот волосы готов нюхать. Настолько вот приятный аромат дает это масло, очень-очень приятный. Прям так бы и нюхала. Ванилькой, вот чем-то таким, знаете, конфетным, нежным, сладким пахнет. И при этом не приторным. Ну, в общем, очень. Прямо на высоте это масло. Если, конечно, оно, наверное, дорогое, но я бы повторила. Настолько оно классное. Ну, и не только по аромату. Оно меня впечатлило и как работает на волосах. Например, у меня волосы действительно и выпадать перестали, и не секутся, то есть в хорошем достаточно состоянии сейчас. Далее, крем для тела. Переходим к кремам для тела. Это было весело, когда я его отсюда извлекала. Я не знаю, кто догадался, какой дизайнер, даже пускай это мини-версия, пробная версия, которая там в коробочке красоты приезжает. Кто догадался, в стекло крем для тела. Что это за помпочка для крема для тела? Я оттуда его еле вынула. Это чуть ли не ватной палочкой надо было в другую баночку его изъять, ну, в кругленькую, чтобы воспользоваться. Потому что, знаете, стоишь голая и пытаешься оттуда вот это вот пум-пум-пум-пум-пум. Ну, это смешно просто. В общем, сам крем хороший. Ничего не хочу сказать. Аромат розы действительно. Он впитывается, там что-то делает. Но это не упаковка, это недоразумение какое-то. Не знаю, хвалить или как. Вот этот крем... Я его буду хвалить от Виленты. Ко мне он приехал от Оленьки Крюковой. Оль, спасибо тебе огромное. Вы знаете, я хочу себя поругать. Этот крем моделирующий. Его нужно использовать 2 раза в день. Для меня это оказалось сверх сил. Я, наверное, лентяйка великая, потому что я его использовала, ну, хорошо, если 3 раза в неделю. Вот. Может быть, поэтому трудно увидеть вот полную вот эту вот
действия. Он должен интенсивно увлажнять, придавать упругость, восстанавливать контуры тела. Увлажняет он хорошо, а вот упругость и восстановить контуры тела я ему не давала этой возможности, потому что два раза в день, это согласитесь, нужно делать, чтобы увидеть тот результат, на который он рассчитан. Вообще крем неплохой, мне он понравился. Тут осталось еще на один раз, но для этого мне нужно разрезать тубу. И поэтому я решила вам показать, и уже там, знаете, сегодня разрежу, доиспользую. Ну, чтобы, знаете, половинки не показывать, решила вам вот всю красоту показать, потому что у Виленты упаковка просто на высоте. Ее даже резать жалко, если честно. Так, давайте я вам покажу действие, потому что вдруг кого-то заинтересует. Вот у меня сейчас, я стараюсь питаться более правильно, занимаюсь физической нагрузкой, хожу в спортзал. И вот к этому ко всему вот так этим кремом. Ну, можно 1-2 раза в день, видите, можно и один раз, но я думаю, если 2, будет лучше. Вот тут единственное, не наносить на поврежденную кожу, это да, не выше 25 градусов Цельсия хранить. В общем, крем неплохой, я его вот здесь поставлю, потому что еще доиспользую немножко. Очень понравилось тоже от Оленьки Крюковой. Приезжала вот такая сыворотка от L'Occitane в пробнике. И в коробочке красоты ко мне приехал крем от L'Occitane. И вот я эту сыворотку под этот крем использовала. И мне очень понравилось. Хорошо действует вместе. Тут всего 1 мл, но хватило на несколько раз. Она очень жиденькая, поэтому когда жидкая текстура, одной капли на пол лица хватает. То есть его уже... Густой крем, он сразу как-то впитался и не знаешь, как разнести. А жидкая, как водичка. Ее эту каплю-то на все лицо. Вот. И вместе с кремом от L'Occitane они работали в паре очень даже хорошо. Но крем у меня еще остался, там 8 мл. Я его еще использую. В следующей баночке он попадет. Так, у меня остались два аромата и крем. Декоративная косметика тут. Один крем тональный. Я показывала совсем недавно, что у меня закончился мой самый, один из самых любимых ароматов зимы, Miss Mirais Black. Присылала мне его Леночка Никандрова. Лена, спасибо тебе огромное. Мне Лена присылала не просто аромат, присылала вместе с лосьоном для тела. Использовала лосьон я уже давненько, с огромным удовольствием. И закончился мой любимый парфюм. Последнее время я вот буквально им... С ним так и дружила. Видите, я его даже весь затерла. Классный, сладковатый, такой теплый, домашний. Он прям, приятнейший аромат. В нем много, наверное, вот такой ванильной неги, какой-то сладости. Но вот мне нравится. Особенно и дома, и в холодное время. У нас дом холодно, поэтому дома вообще красота. Понравился. И также... Закончился вот от Нарцисса. Это мне тоже Крюкова Оленька присылала. Она присылала мне два аромата от Нарцисса в красной упаковке. И вот этот вот. Это он классический, а в красной упаковке это уже лимитированная, может, версия. Понравились оба. И этот, и тот. Вот этот даже, может быть, в чем-то... Да нет, я бы не сказала даже, что больше. Очень приятный аромат. Мне кажется, если бы вот... Даже бы купила, если не было бы у меня такой огромнейшей коллекции парфюмов, которые я аж в 4 частях снимала, я бы даже, наверное, приобрела. Очень приятный аромат. Я не знаю, что входит в состав, но тут и цветы. Мне кажется, здесь либо ягодка, либо какой-то такой приятный фруктик. Ну, что-то вот разбавляет цветочную ноту. И последнее, что я хочу показать, это... Тут 5 мл от Makeup Forever. У меня закончилась тональная основа. Очень понравился тональный крем. Оттенок у него вот здесь написан. Использовал до последней капельки. Давайте я вот здесь еще покажу информацию. Так, если вы что, на паузу. Вот так. Тут никак по-другому не показать.
5 миллилитров, но, вы знаете, экономный. Хватило надолго. Сначала я пользовалась, вот, выдавливала из помпочки. Потом я ее оторвала оттуда, выскоблила все полностью, все стеночки. И вот прям совсем-совсем пустой. С огромнейшим удовольствием. Понравилось очень. Если еще раз попадется в коробочке красоты, буду рада. Декоративную косметику я буду собирать опять в течение всего года, поэтому я его не буду выкидывать, а уже отложу в декоративные пустышки года. Все, это все, что у меня закончилось в месяце феврале. Не стала я копить дольше, больше, ну, будет еще возможность снять, ничего страшного. Пускай копятся новые баночки. А вот эти вот большие, бытовая химия, она много места занимает. Всем спасибо большое за внимание, за просмотр. Всем приятного времени суток и всем пока!